С нами присоединится имени Юрика Петровна. Юрика, можно представиться? Я Лора, я 50 представляю. Ты на Мене в 2013 году и в 2022 в Киеве. Расскажи о своей песне. В Украине. Расскажи о своей и в Киеве. Песне. Yes. Песни я не играю. Я пою песни, которые я не играю. Я и песни мои братья, которые я не так сказать, проще. Команду называется «Ереван». Он мечтает, что в через год, в 2023-м, в Армении. Потому что не только сегодня у вас были съемки открыты, расскажи, что там было. Я не играю. Все проходило интересно, незадорно. Было знать, я не играю. Я очень понадею. Полуфинал, финалы. Сейчас на сцену. Все, спасибо тебе за это интервью.